Наконец-то. Разблокировал новый автомобиль. Супер Дизель. Thank you very much. Супер Дизель мы получили. И поехали дальше. А, здесь... так, секундочку. Здесь куча всяких машинок будет. Танк. Мы скоро получим танк. И тут еще... А, моноколесо. Еще какая-то тачка синяя гоночная. Угу. Вот вообще бриллиант. Бриллиант. О, бриллиант 2. Офигеть. И вообще какая-то золотая тачка. Вот этот я хочу мотоцикл себе. Ах, поехали. Так, разблокировали. 60 тысяч стоит. Американская мечта на колесах. Угу. Так, а баги я могу купить? Да, баги покупаются. 30 тысяч стоит. Ну да ладно. А, давайте внешний вид поменяем машинки. Например, возьмем вот такой вот вид. Хороший. Все, поехали. Поехали. Есть идеальный старт. По песочку. По песочку. Так, бензик есть. Бензик взяли. Так, а здесь надо аккуратненько спуск сделать. О, получилось. Забираем бензобак. Наполняем бензинчиком. И первое место. Супер. Следующий уровень. Опа, поехали. Тихо. Не спешим. Монетки собрали. Бензинчик. Есть, thank you. Так, ну-ка. Ой-ой-ой-ой, что-то я переворачиваться стал. Так, ускоряемся. Вот так. Хорош, хорош. Мы сейчас вообще выиграем. Первое место займем. Ой-ой-ой-ой-ой, какой спуск, а? Страшный. Смотри, опять этот чувак на такой же машинке, как и я. Ну хорошо, я цвет поменял. Теперь у меня будет желтенький, яркий такой. Чтоб меня не мешал мне. Ну, что-то тут я не могу с нахрапом взять. Не получается у меня. Эх, они все выбились вперед, и даже я приехал четвертый. Но все равно получаю первое место. Сельский кубок. Ну, поехали. Сельский кубок мне нравится. Того уже 40 тысяч. А нам надо на машинку 60. 40, 50, 60. Ну, мы собираем. Коровы, смотри, такие промычали вместе одинаково. Синхронно такой. Муу, так сказали. Муу, промычали. А, бензин. Берем. Поехали. О, финиш есть. Первая позиция. Опа, идеальный старт. Ой-ой-ой, главное не разбиться. Все нормально. Так, еще чуть-чуть. О, бензинчик, спасибо. Так, а вот время в воздухе. Угу. Сейчас только увидел, где это все показывается. Три монетки дали. Так, дальше. Что у нас там получается? А, еще одна гонка. Что так много гонок-то, а? Угу. Есть. Так, монетки, спасибо. Вот, видишь, с помощью этого магнита я кучу денег заработал. Просто неимоверное количество. Так, ну что ж, мы заработали первое место, спасибо всем. Так, а что у нас тут по деталям? Есть же, да, место. Ух ты, сколько всего здесь интересного. А, давай этот дополнительный вес поставим.
Вот, хорошо. На скотче, прикинь, на скотче намотано, я ничего не вижу. Так, подвеска. А, давайте сделаем устойчивость на скоростях. Все, поехали. Угу. Вот. Какой хороший утяжелитель. Немножечко, да, помогает нам скутеру. А чё ж я его раньше не поставил? Вот вопрос. Утяжелитель этот. Ох-ох-ох, нифига. Чё ты? Как ты вылез-то? Сядь нормально на байк. Садись на байк нормально. Вообще он слетел, прикинь. Офигеть. Так, что у нас там еще есть? Город, давай в город. В городе поедем. В городе полегче, наверное, будет. Главное, сильно не разгоняться. О, хорошо. Вот, здесь вообще ровненько так замечательно проехали. Так, 110 монеток. Так, бензинчик не взяли, ну ладно. Не критично. О, давай, давай, давай. Едем. Отлично, хорошо. Да, скутер, ребята, предназначен для города, мне кажется, больше. Ровненько едем. Аккуратненько. Так, раздвижные мосты. Это где-то, наверное, под Санкт-Петербургом мы едем, да? Раздвижные мосты есть. О, хорошо, заехали здесь прям. О, нет! Сейчас упадем в воду. Все, разбились. В городе были, давайте в горах покатаемся. Купим сцепление, повысим. Сцепление здесь пригодится. Здесь еще в горах нужен мощный двигатель, чтобы подниматься нам высоко-высоко в гору. Так, давайте поднажмем. Ну вот и гора. Икс, икс, икс. Давай, 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 давай. Ах, нет, 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 нет. Не хватает, не хватает, ребята, мощности. У скутера. Да, все. Сделали мы японское сальто. Так, а в городе мы недалеко, кстати, проехали. 1300 метров всего лишь. Есть у нас вариант побить свой рекорд. Ух ты, нифига. Тачка тяжелая какая. Угу. Это как бы и плюс, и минус. И минус. Если мы здесь... Ах, вниз можем скатиться. Так, лучше тут перепрыгивать просто. Не слишком сложно. Не слишком сложный прыжок. Вот, магнитик выручает. Хорошо, прям.
Что у нас тут остается? 500 метров. Разгоняемся. О, получилось. Здесь легко проезжаем. Так, а вот здесь нужно аккуратно. Опа, фух, нифига. Конструкция заваливается вся. Перепрыгиваем. Так, 50 метров осталось у нас. До фаталити. Фаталити. А, вон оно чё. Вон оно чё, Михалыч. Нет. Здесь надо улучшать движок. Причем конкретно. Так, ну давай в зимний период поиграем. Все-таки без улучшения двигателя не получится у нас нормально проехать. Давай, 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 давай. Во. Монстр трак. Аккуратненько. Прыжок. О, новый рекорд уже, да ну нафиг. Отлично, отлично. Новый рекорд у нас. Тут-то мы звездочки соберем. А, здесь будет сложно. Чувствую, что сложно. Сложно, сложно, сложно. Тихо. Еще раз пробуем. О, нет. Там у нас и так бы не хватило бы бензина. А, ну давай, ржавый риф еще раз попробуем. Ух ты, попробовали. Офигеть. Ладно, сейчас переиграем. Сейчас переиграем, понятно где. Ну, здесь такая инерция непонятная из-за воды. Так, не спешим. Все равно разбился. Ты подумай, да что ж ты будешь делать-то, а? Что ж ты поделаешь-то?